Еще одно ЧП, на этот раз в США. Там во время вечеринки упал балкон. Ну, настолько, видимо, компания веселилась. Он был расположен на третьем этаже и, конечно же, снес те, что были под ним. Травмы получили сразу 30 человек. 5 студентов были на этом верхнем балконе, который обрушился, остальные на нижних. 8 человек сейчас в больницах с переломами, остальные отделались ушибами и ссадинами. Травмы, сразу скажу, незначительные. Переломов позвоночника или шеи нет. И, на самом деле, должны были быть такие последствия, поэтому случившееся называют чудом. Здание принадлежит колледжу Святой Троицы, и этому деревянному домику 91 год.